Хотите знать анонсы новых обликов, либо же секреты персонажей, или просто сравнить двух героев в нестандартных тестах? Все это найдете по ссылочке в описании. А также мы разыгрываем облики на стримах. Буду очень рад видеть всех вас на своем канале. Мур, привет, друг, это Зверько. На тестовый выкатили новое обновление 1.3.66. И тут есть что рассказать. Погнали. Сайбер. Облик Анимару, который будет в коробке удачи и появится 8 апреля. Новый скин Минситара, позолоченный король. Будет стоить 599 алмазов и неделя скидки на 30% с 10 апреля. Изменения героев. Киризла, оптимизация движений и эффектов. Грейнджер. Изменили прирост атаки на 11 вместо 12,5. Хотя тут же пишут, немного увеличилась базовая атака. Вот некоторые гонят на русский перевод. Но если ошибка в английском тексте, она перекочует и в русский. А вообще, при проверке, прирост вообще 16 единиц силы за уровень. У автоатаки убрали перезарядку, что правильно. Теперь она есть после первого навыка и ульты. Это не критично, занимает перезарядка 0,66 секунды. Если вы никого не атакуете в течение 5 секунд, пули вернутся в барабан. Первый навык. Увеличивает урон от первых двух базовых атак. Так написано. И опять же врут, не увеличивает. Второй навык теперь постепенно усиливает первые две атаки на 10% на первом уровне и 20% на шестом уровне навыка. Раньше просто усиливал на 10%. Ульта. Если вы не отстреляли все пули, то КД навыка уменьшится. Вообще, это ап Грейнджера, но учитывая, что его навыки не критуют, кроме последнего выстрела, это выйдет дорогой стрелок по сборке. А возможно, я ошибаюсь, а возможно, его еще переделают перед выходом. Эстес. Первый навык. При связи с союзником увеличивает свою магическую силу на 20%. Вот это хороший ап для Эстеса, похлопаем отделу баланса. Кимми. Второй навык. Уменьшили эффект замедления до 40%. Был 60%. Дигги. Дигги. Теперь прирост физической защиты 2 вместо 3. За что так с Дигги? Рафаэль. В 64-м обновлении ей увеличили повторяющийся урон по одной цели до 20% с первого навыка. Теперь уменьшает до 15%. Фарамис. Пассивка. Каждый стак сокращает время воскрешения на 5-7%, а было 3-5%. Лимит сокращения теперь 90%, а был 70%. Но кажется, Фармис заболел болезнью Вейла. Будем еще долго его ждать. Баданг. Прирост атаки теперь 9,5, а был 7,5. Сапом тебе, Баданг. Харид. Ульта теперь замедляет тех, кого ударяет. Еще чуть нерфа Хариду вручили. Олдос. Прирост физической защиты теперь 3,6 вместо 3,9. Такого нерфа он и не почувствует. Ханзо, Фаша, Кадита. Ими справили баг в режиме боя. Какой? А хрен его знает. Что-то с невидимостью. Люнокс, Уранус, Ханаби, Руби. Оптимизация эффектов. Теперь про предметы. Пытаются докрутить цветок душ и предыдущий предмет, чтобы сделать их более полезными, увеличивая бонусы и стаки. Увеличивают бонусы и стаки, но стаки пропадают после смерти, поэтому он не популярен. Щит Господства Льда получил увеличение радиуса действия пассивки на 25%. Если раньше он действовал в упор, то теперь будет зацеплять примерно на корпус дальше. И если я правильно понял, проверить не могу. Добавили кнопку «Оптимизация боевой местности». Эта кнопка должна ухудшать графику, тем самым поднимая FPS. Возможно, это решит то, что некоторые называют лагами, а возможно нет. Ну а на сегодня с серьезными изменениями все. Подписывайся на канал, ставь свою чудесную лапку и, конечно, покажи видео друзьям. Пока, друг!